Меня зовут Крянга Давид, я из Молдовы, я обучаюсь на первом курсе теологического факультета. Ну, потому что в будущем я планирую стать пастором, это моя мечта, как я думаю, мое призвание. Да, я хожу на хор с недавнего времени, так я участвую в различных играх, в различных мероприятиях, тоже принимаю участие в сценках и так далее, в театральных каких-то постановках. Ну, мне нравятся блинчики по утрам, да, с клубничным джемом. Но определенно медленнее идет на парах. Нет, на парах идет время быстро, очень быстро, даже сам не замечаешь, потому что пары очень интересные. Вот на отработке их так подольше идет. Также еще обеденное время идет очень быстро, да. Но опять же, да, ответ очевидный. Изначально бы, в первую очередь, я взял бы Библию. Она бы служила бы мне и для того, чтобы я бы как-то возрастал в духовном понимании. Также она бы помогла бы мне не сойти с ума. Так как любая книга на необитаемом острове, она помогает не сойти с ума. Как бы банально это ни было. Искренность, честность, вот такие вот определенные качества мне нравятся. Простота, можно так сказать. Ну, для меня это учебное заведение необычное. Людьми, которые здесь обучаются, которые здесь преподают, это необычные люди. Это совсем другие люди, которые в светских учебных заведениях. Они отличаются своим дружелюбием, то есть преподавателям совсем не все равно, как ты учишься, как проходит твой процесс обучения. Они всегда заботятся, вовлекают в учебный процесс. Также студенты здесь очень общительные, очень дружные. Ты ощущаешь себя как в одной большой семье. Ну, я помню то, что был обычный день. Мне было так трудно вставать, идти на первую пару. А я прихожу на первую пару, а преподаватель сделал для студентов сюрприз и накрыл стол с пиццей, с соком. То есть это было совсем необычно, это было забавно, весело. То есть мы пообщались, поиграли, там, рассказывали свои истории. То есть это было очень здорово. Но хочу сказать, ребята, вы не стесняйтесь, вы дерзайте, идите на этот шаг. Я уверен, вы 100% не пожалеете, что приехали сюда. Здесь намного лучше, чем вы смотрите в видео, там, в промо-роликах и так далее. Вы должны пойти на этот шаг и приехать сюда. Вы не пожалеете об этом.